Согласно действующим правилам, детей до 7 лет необходимо перевозить в специальных креслах, автолюльках и бустерах. Нарушителям грозит штраф, но самое главное, в случае опасности ребенок может подвергнуться повышенному риску травматизма и даже погибнуть. До 12 лет обязательно детское удерживающее устройство спереди, до 7 лет сзади обязательно. С 7 лет на заднем сидении возможно перевозить с использованием ремней безопасности. Инспектор может оштрафовать водителя за отсутствие кресла и даже за то, что автокресло или бустер явно не подходит ребенку по телосложению или не зафиксировано ремнями безопасности. Выдвигаются крепления, они здесь регулируются. То есть сначала мы защелкиваем кресло, специальное крепление до щелчка. Все, кресло установлено. По статистике ГИБДД количество случаев детского травматизма снизилось, но незначительно. Совсем недавно под колеса автомобиля попала 11-летняя девочка, которая перебегала дорогу в неположенном месте. С диагнозом СГМ, рваные раны, скульчатые части лица, а также подозрение на перелом было доставлено в лечебное учреждение. Поэтому хотелось бы напомнить, уважаемые родители, соблюдайте правила дорожного движения, пристегивайтесь сами, а также пристегивайте своих несовершеннолетних детей. В прошлом году в областном центре произошло 38 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 40 детей. Александра Пескова, Павел Третьяков, ТВ 21+.